Активно идет досрочное голосование и на участках номер 11 и номер 12, организованных на базе средней школы номер 3 Солигорска. Работают комиссии, за ходом голосования следят наблюдатели. Досрочное голосование проводится в период времени с 10 утра до 14 и с 16 до 19 часов. Вы можете проголосовать до 16 ноября включительно. Также в основной день голосования, 17 ноября, мы приглашаем всех граждан Республики Беларусь на участки для голосования. В этот день на участках будут организованы работы концертных программ, торговые площадки, работа спортивных залов, библиотек, компьютерных классов. Будет очень интересная, насыщенная программа. Массовое посещение избирателями участков для голосования ожидается 17 ноября. Однако наблюдатели отмечают высокую активность граждан и на этапе досрочного голосования. Очень много людей решили сделать выбор досрочно. Поэтому участки не пустуют. Замечаний по выборам нет. К слову, многие отмечают, что возможность проголосовать досрочно – это удобно. Возраст у нас такой, что поэтому, может быть, не получится. Поэтому досрочно. Досрочно решила проголосовать, потому что еду за город. И решила поддержать кандидата, который проходит по нашему участку. Поучаствовать в жизни страны. Кажется, хочется верить в лучшее. Новый кандидат придет с новыми какими-то задачами, с программой, с новыми силами, с креативными взглядами. Это для нас был закон и праздник всегда. Мы жили в деревне, приезжали на машине голосовать с песнями и все. Поэтому и осталось это прийти в обязательном порядке.